Жил в одном персидском городе бедный портной Хасан. И была у него жена и сын по имени Аладдин. Хасан думал, что Аладдин тоже должен быть портным, и хотел научить его своему ремеслу. Но Аладдин ничему не хотел учиться. С утра до вечера носился он по городу с мальчишками, гонял воробьев, забирался в чужие сады и набивал себе живот персиками и виноградом. Виноград в саду растет, и гранат в саду растет. Так зачем же ходить по базарам? Если можно круглый год набивать себе живот тем же самым товаром за даром. Не всегда цела одежда, но всегда жива надежда, что не позже, чем к обеду, образуется обед. А когда бывает худо, и надежда лишь на чудо, кто докажет, Аладдин, что чудес на свете нет? Портной уговаривал Аладдина и так, и эдак, и наказывал его, да все без толку. Скоро Хасан с горя заболел и умер. И остались Аладдин с матерью одни на всем белом свете. Каждый день старая женщина прила хлопок и продавала пряжу, чтобы прокормить себя и сына. Но вырученных денег не хватало на жизнь, и в доме часто нечего было есть. Однако Аладдин по-прежнему не унывал и бегал по городу в поисках развлечений, а было ему уже 15 лет. И торговцу, и муле жить неплохо на земле, и прекрасно живется султану. Но, однако, ни ему, ни Аллаху самому я завидовать все же не стану. Не всегда цела одежда, но всегда жива надежда, что не позже, чем к обеду, образуется обед. А когда бывает худо, и надежда лишь на чудо, кто докажет, Аладдин, что чудес на свете нет? Однажды, когда он играл на улице с мальчишками, в стороне, поблизости, остановился незнакомый человек в богатом красном халате и белой шелковой чалме. По виду этот человек походил на магрибинца, жителя Западной Африки. Магрибинец внимательно посмотрел на Аладдина. Вот тот мальчик, которого я ищу и который мне нужен. Наконец-то я нашел его. Надо о нем расспросить поподробнее у кого-нибудь из мальчишек. Мальчик, можно тебя на минуту? Слушаю вас, господин. Скажи-ка, как зовут вон того рослого кудрявого мальчика? Его зовут Аладдин. Значит, я не ошибся. Скажи, а он сын богатых родителей? Что вы? Его отец портной Хасан. Но он давно умер. Все точно, сын портного Хасана. Аладдин живет с матерью. Они очень бедные люди. Их дом тут недалеко, за углом. Так, бедные люди, дом за углом. Ну, хорошо. Хорошо. Кто накажет Аладдину? Эй, Аладдин! Что чудес на свете?
Аладдин. Здравствуй, здравствуй. Вы меня? Да, я хочу с тобой поговорить, Аладдин. Здравствуйте, а вы кто? Погоди, ты не торопись, я все скажу. Скажи мне, не ты ли сын Хасана Портного? Да, я. Но только мой отец давно умер. Умер? Да. О, горе мне! Я и не знал, что Хасан умер. Ну что вы? Да мы уж и сами. Хасан, знай, Аладдин, я твой дядя. Дядя? Дядя, да. Знаешь, я долго пробыл в чужих землях и давно не видел моего брата. Теперь я пришел в ваш город, чтобы повидать Хасана. А он умер. Умер Хасан. Ай, Хасан. Знаешь, Аладдин, я сразу узнал тебя, потому что ты очень похож на отца. Да, мама тоже так говорит. Вот тебе 2 золотых. О. Да, отдай эти деньги матери. И скажи, что твой дядя вернулся и сегодня придет к вам ужинать. Пусть она приготовит хороший ужин. Хорошо, скажу. Но я побежал, а то мама не успеет до вечера. Дядя. Ну, брат, брат отца. Да ты что, смеешься надо мной? У твоего отца никогда не было брата. Откуда же у тебя вдруг взялся дядя? Как ты это говоришь, что у меня нет дяди? Он дал мне эти 2 золотых и сегодня придет к нам ужинать. Ужинать? Да. Дядя? Да, да, дядя. Ну, тогда мне надо торопиться. Побегу, куплю что-нибудь. Вечером в ворота постучали. Аладдин бросился открывать. Вошел магрибинец, а за ним слуга, который нес на голове большое блюдо со всякими сластями. Привет тебе, жена моего покойного брата. Добро пожаловать в наш дом. Добро пожаловать, дядя. Вот дом, в котором жил и умер мой покойный брат Хасан. Ай, Хасан, Хасан. Да, моего мужа звали Хасан. Прошу тебя, покажи мне место, где сидел за ужином мой брат. Вот здесь. Бедный Хасан, бедный. Как я тебя любил, Хасан. Не удивляйся, что ты меня никогда не видела. Я уехал отсюда 40 лет назад. 40 лет? Да. Сколько ж лет тогда было отцу? 40 лет назад. Я был в Индии, в арабских землях, в Египте. Я путешествовал 30 лет. Наконец, мне захотелось вернуться на родину. Я сказал самому себе, у тебя есть родной брат. Он может быть беден, а ты до сих пор ничем не помог ему. Поезжай к своему брату и посмотри, как он живет. Я ехал много дней и ночей и, наконец, нашел вас. И вот я вижу, хотя мой брат умер, у него остался сын, который будет зарабатывать ремеслом, как его отец. А, как бы не так. Я никогда не видела большего бездельника, чем Аладдин.
Хоть бы ты заставил его помогать матери. Заставил, заставил. Не горюй, жена моего брата. Завтра мы пойдем с Аладдином на рынок. Я куплю ему красивый халат и отдам в учение к знакомому купцу, которого я тут встретил. А когда Аладдин научится торговать, он сам станет купцом и разбогатеет. Хочешь быть купцом, Аладдин? Купцом! Еще не хотеть! Мне все мальчишки будут завидовать! Ай, Аладдин, ну я пойду. Спокойной вам ночи. Едва рассвело, Аладдин вскочил с постели и выбежал за ворота встречать дядю. Магребинец вскоре пришел, и они с Аладдином отправились сначала в баню. Там Аладдина хорошенько вымыли, обрили ему голову и напоили розовой водой с сахаром. После этого магребинец повел Аладдина в лавку, и Аладдин выбрал себе самую дорогую и красивую одежду. Желтый шелковый халат с зелеными полосами, красную шапку и высокие сапоги. Ну вот, ты теперь одет с ног до головы. Да, дядя, вот бы посмотрели на меня мальчишки. Ничего, еще увидят. А теперь... иди за мной. И Аладдин пошел за магребинцем. Они прошли весь город, вышли из него и вступили в лес. Шли они долго, не останавливаясь. Был уже полдень, и Аладдин, который с утра не ел ничего, очень проголодался и устал. Дядя! А еще долго нам идти? Подожди, подожди. Дядя! Ну? А когда мы будем обедать? Здесь вокруг нет ни одной лавки, и ты ничего не взял с собой. У тебя только пустой мешок. Видишь, вот там, впереди высокую гору. Вижу. Так вот я хотел отдохнуть и закусить под этой горой. Ну, если ты очень голоден, можно пообедать и здесь. Да откуда же ты возьмешь обед? Вот ты сейчас увидишь. Давай присядем под этим высоким деревом. Вот здесь тень. Так. Да, тут прохладно. Ну, чего бы тебе хотелось сейчас поесть? Мам каждый день варит к обеду бобы с конопляным маслом. Вот вареных бобов с маслом. Бобы? А не хочешь ли ты жареных цыплят? Хочу. А может быть, тебе хочется рису с медом? Хочется. Хочется. Всего хочется. Да. Так откуда ты возьмешь все это? Дядя, ты меня дразнишь? Возьму я вот из этого мешка. Он пустой. Где же он? Цыплята, да еще жареные. А вот, гляди. Жареные цыплята на блюде. А ты, дядя, просто засунул руку в мешок? А вот и рис с медом, и вареные бобы, виноград, и гранаты, и яблоки. Вот это да! Волшебный мешок! Ешь, ешь, ешь. В этом мешке есть всякие кушанья. Только опусти в него руку и скажи, хочу баранины, халвы, фиников. И все это сразу у тебя будет.
Вот так чудо! Вот так чудо! Хорошо бы у моей матери был такой мешок. Вот если будешь меня слушаться, я подарю тебе много хороших вещей. А теперь давай выпьем гранатового соку и пойдем дальше. Дальше? А куда, дядя? Я устал, уже поздно, и мне пора домой. Нет, нам нужно дойти сегодня вон до той горы. А когда вернемся домой, я подарю тебе этот волшебный мешок. Да? Да. Ну, вот мама обрадуется. Ну, ладно, пойдем. И Магрибинец взял Аладдина за руку и повел к высокой горе. Солнце уже закатилось, и было почти темно. Они шли очень долго, и, наконец, когда совсем стемнело, пришли к подножию высокой горы. Дядь, я очень устал, и не страшно. Ничего. Набери тонких и сухих сучьев, надо развести костер. Когда он разгорится, я покажу тебе что-то такое, чего еще никто никогда не видел. А, я хочу увидеть то, чего еще никто никогда не видел. Аладдину очень хотелось увидеть то, что не видел никто и никогда. И он, забыв про усталость, побрел собирать хворост. Когда костер разгорелся, Магрибинец вынул из-за пазухи маленькую коробочку и две дощечки. О, Аладдин, я хочу сделать тебя богатым и помочь твоей матери. Исполняй же все, что я тебе скажу. Он раскрыл свою коробочку и высыпал из нее какой-то порошок. И сейчас же из костра поднялись к небу огромные столбы пламени, желтые, красные, зеленые. Слушай меня, Аладдин, внимательно. Сейчас я начну читать над огнем заклинание. А когда кончу, земля передо мною расступится, и ты увидишь большой камень с медным кольцом. Земля расступится, и я увижу большой камень с медным кольцом? Возьмись за кольцо и подними камень. Возьмусь за кольцо и подниму камень. Под камнем будет лестница, которая ведет в подземелье. Лестница? Спустись по ней и увидишь дверь. Дверь? Открой эту дверь и иди вперед. Ты встретишь страшных зверей и чудовищ. Страшные чудовища? Но не бойся их. Как только ты дотронешься до них рукой, чудовища упадут мертвыми. Упадут мертвыми. Ты пройдешь три комнаты, а в четвертой увидишь старуху. Старуху? Она ласково заговорит с тобой и захочет тебя обнять. Не позволяй ей до себя дотронуться, иначе ты превратишься в черный камень. Превращусь в черный камень. За четвертой комнатой ты увидишь большой сад. Пройди его и открой дверь на другом конце сада. За этой дверью будет большая комната, полная золота и драгоценных камней. Полная золота. Возьми оттуда все, что хочешь. А мне принеси только старую медную лампу, которая висит на стене в правом углу. А, старая медная лампа в правом углу. Когда ты принесешь мне лампу, я подарю тебе волшебный мешок. На обратном пути из подземелья тебя будет охранять от всех бед вот это кольцо. Маленькое блестящее колечко? Да. Дай я надену его тебе на палец. Вот. Дядя, а почему ты сам не хочешь спуститься под землю? Потому что там страшно, да? А?
Иди сам за своей лампой, а меня отведи домой. Нет, нет, Аладдин. Никто, кроме тебя, не может пройти в сокровищницу. Клад лежит под землей уже много сотен лет, и достанется он только мальчику по имени Аладдин, сыну портного Хасана. Слушайся меня! А не то будет плохо. Ну ладно. Ладно. Я принесу тебе старую лампу. Но только не забудь подарить мне мешок. Подарю, подарю. Магрибинец подбросил в огонь еще порошку и принялся читать заклинание. Он читал все громче и громче. Аминь. И когда выкрикнул последнее слово, раздался оглушительный грохот, и земля расступилась перед ним. Аладдин увидел у своих ног большой камень с медным кольцом. Поднимай камень, Аладдин. Сейчас, дядя. Ну, ты же видишь, он очень тяжелый. Как я один его подниму? Тебе поможет твое имя, мальчик. Назови себя, и камень сам поднимется. Аладдин. Аладдин обеими руками ухватился за кольцо, потянул к себе камень и легко поднял его. Под камнем была большая круглая яма, а в глубине виднелась узкая лестница. Аладдин сел на край ямы и спрыгнул на первую ступеньку. Иди и возвращайся скорее! Хорошо! Аладдин быстро пошел вниз. Чем ниже он спускался, тем становилось вокруг темнее, но он, не останавливаясь, шел вперед. Дойдя до последней ступеньки, Аладдин увидел широкую железную дверь. Толкнув ее, Аладдин попал в большую полутемную комнату и вдруг увидел посреди комнаты странного негра в тигровой шкуре. Негр! В шкуре тигра! Негр молча бросился на Аладдина, но Аладдин дотронулся до него рукой, и негр упал замертво. Аладдину было очень страшно, но он пошел дальше, толкнул вторую дверь и отскочил. Перед ним стоял огромный лев со скаленной пастью. Страшный лев? Лев припал всем телом к земле и прыгнул на Аладдина, но едва передняя лапа льва задела голову Аладдина, как лев тут же упал замертво. Аладдин от испуга вспотел, но все-таки пошел дальше. Он открыл третью дверь и услышал страшное шипение. Посреди комнаты, свернувшись клубком, лежали две огромные змеи. Ой, змеи! Змеи подняли головы и, высунув длинные жала, медленно поползли к Аладдину. Но как только они коснулись своими жалами руки Аладдина, их горящие глаза потухли, и они растянулись на земле мертвыми. Дойдя до четвертой двери, Аладдин осторожно приоткрыл ее. Просунув в дверь голову, он увидел, что в комнате нет никого, кроме маленькой старушки. О, наконец-то ты пришел, Аладдин, мой мальчик! Как долго я ждала тебя в этом темном подземелье! Как она похожа на мою мать! Аладдин протянул руки к старушке и хотел уже обнять ее, но вовремя вспомнил предостережение магрибинца. Нет! Нет, нельзя! Если я до нее дотронусь, сразу превращусь в черный камень. Он отскочил назад и захлопнул за собой дверь. Подождав немного, он увидел, что в комнате уже никого нет. Аладдин прошел через эту комнату и открыл пятую дверь. Перед ним был
прекрасный сад с густыми деревьями и душистыми цветами. Маленькие птички, которые щебетали на ветках, не могли улететь. Им мешала тонкая золотая сетка, покрывшая весь сад. Все дорожки в саду были усыпаны круглыми сверкающими камешками. Ох. Как тут их много! Наберу за пояс, за пазуху, в шапку, сколько влезет! Буду играть с мальчишками в эти камешки, а потом всем их раздам! Камни так понравились Аладдину, что он чуть было не забыл про старую лампу. Ой, надо найти эту медную лампу. Она, он сказал, висит на стене в правом углу. И он пошел в сокровищницу. Это была последняя комната, самая богатая. Кучи золота, серебра и драгоценностей лежали в ней. Но Аладдин даже не посмотрел на них. Он не знал цены золоту и взял в комнате только старую лампу, которая висела на стене. Засунул лампу в карман и пошел к выходу. На обратном пути он еще прихватил камешков в карманы. С трудом взбирался Аладдин по лестнице. Уж очень много он набрал сверкающих камешков. Дядя! А? Протяни мне руку и возьми мою шапку с камешками, а потом вытащи меня наверх. Мне самому отсюда не выбраться. Дай мне сначала лампу. Да я не могу ее достать, она под камнями. Помоги мне выйти, и я тебе ее отдам. Нет, дай мне лампу раньше. Ну как же я могу? Я растеряю в темноте камешки. Дай лампу, слышишь? Слышу. Я, дядя, не могу ее достать. Лампу. Ну сначала вытащи меня. Лампу. Ну я же прошу тебя. Я прошу. Если я его вытащу, он всем разболтает про вход в сокровищницу. Нет. Пусть уж лучше там погибнет. Ах так. Ты не отдашь мне лампу. Оставайся же в подземелье и умри с голоду. Он бросил в огонь остатки порошка из маленькой коробочки, произнес какие-то слова. Не найдет выход оттуда. Пусть он никогда не найдет выход оттуда. Пусть он никогда не найдет выход оттуда. Аминь. И вдруг большой камень сам закрыл отверстие, и земля сомкнулась над Аладдином. Этот магрибинец был вовсе не дядя Аладдина. Он был злой волшебник и хитрый колдун. Он уже давно узнал, что в Персии под землей лежит клад. И открыть этот клад может только мальчик по имени Аладдин, сын портного Хасана. И что самое ценное из всех сокровищ клада – волшебная лампа. Тому, кто возьмет ее в руки, она дает такое богатство и могущество, какого нет ни у одного царя. Долго колдовал магрибинец, пока не узнал, где живет Аладдин, и не нашел его. И вот теперь этот скверный мальчишка не хочет отдавать лампу. Пусть же клад не достанется никому. И магрибинец ушел в свою волшебную страну Ифракию. Дядя! Дядя, помоги мне! Дядя, выведи меня отсюда! Я здесь умру! Дядя! Дядя! Если бы ты был мой дядя, разве он бы бросил меня тут? Он обманщик, вот кто!
Обманщик! Может, из подземелья есть другой выход, а? Нет, не видно. Спущусь по лестнице. Пропали все двери. И даже в сад нет входа. Аладдин сел на ступеньки, уронил голову на руки и заплакал. Но как только он случайно коснулся лбом кольца, которое надел ему на палец магрибинец, земля задрожала, и перед Аладдином вырос огромный страшный джинн. Голова его была как купол, руки как вилы, ноги как столбы, а рот как пещера. Глаза его метали искры, а посреди лба торчал громадный рог. Ой! Чего ты хочешь, Аладдин? Требуй, получишь. Кто ты? Кто ты? Мне страшно. Пощади, не убивай меня. А? Я Дахнаш, глава всех джинов. Я раб кольца и раб того, кто владеет кольцом. Я исполню все, что прикажет мой господин. Ах, вот что. Ты раб кольца. Хе. Вытащи меня из подземелья. И не успел он это договорить, как очутился наверху у входа в подземелье. Уже настал день, и ярко светило солнце. Со всех ног бросился Аладдин в город. Горе мое, горе. И где мой Аладдин? Где этот дядя? Я совсем извелась. Мам! Ой! Мам, я здесь! Мальчик мой, я думал, тебя уже нет в живых. Едва Аладдин переступил порог своего дома, как упал без чувств от голода и усталости. Мать побрызгала ему в лицо водой, и он медленно стал приходить в себя. Где я? Мам, это ты? Я, мой мальчик, я. Ты дома. Ну, скажи, где ты пропадал? Ну, что с тобой случилось? Где твой дядя? Почему ты вернулся без него? Это вовсе не мой дядя, а злой колдун. Да? Я все расскажу тебе, мам, но только сперва дай мне поесть. Ну, на. Вот твои любимые вареные бобы. О. А хлеба нет. Ничего. Ну, расскажи, угу. Что с тобой случилось? Я был в подземелье, и нашел там чудесные камни. Вот. Угу. О, сколько я набрал. Но этот колдун меня бросил там. Я чуть не погиб. А больше бобов нет? Нет. Ты все съел, что я сварила и на сегодня, и на завтра. Ой, я так волновалась, что даже не могла... Прясь пряжу, и мне нечего было продать на рынке. Не горю. А? У меня есть медная лампа, которую я взял в подземелье. Ну, правда, она старая, но ее можно почистить и продать. А? Вот она. Ну что ж, пойду почищу и снесу ее на рынок. Может, дадут за нее немного денег, а? И нам хватит на ужин. Она взяла тряпку, кусок мела и вышла во двор. Но как только она начала тереть лампу тряпкой, земля задрожала,
И появился ужасный джин. Мать упала без чувств. Аладдин выбежал во двор и увидел, что мать лежит на земле, а рядом валяется лампа. И посреди двора стоит джин такого гигантского роста, что головы его не видно, а туловище заслоняет собой солнце. Аладдин поднял лампу. О, владыка лампы, я к твоим услугам. Приказывай, что угодно получишь. А кто ты? О, джин! Что ты можешь делать? Я Маймун Шахмураша. Я раб лампы и раб того, кто владеет лампой. Требуй от меня, чего хочешь. Хочешь, я разрушу город и построю дворец. Приказывай. Принеси мне две жареные курицы, да еще чего-нибудь хорошее, а потом убирайся, а то моя мать тебя боится. Джин исчез и скоро принес стол, покрытый прекрасной скатертью. На столе стояло 12 золотых блюд со всевозможными вкусными кушаньями и 2 кувшина с розовой водой. Я никогда в жизни не ела таких вкусных кушаний. Одно слаще другого. О, матушка, эту лампу надо беречь и никому не показывать. Она принесет нам счастье и богатство. Делай, как знаешь. Но только я не хочу больше видеть этого страшного джина. Хорошо, обещаю тебе. Наяву они во сне добросовестно вполне служат мне всемогущие джины. Нет нужды гадать о том, что окажется потом, а сегодня грустить нет причины. Есть роскошная одежда, и вдобавок есть надежда, что не позже, чем к обеду, образуется обед. Ну а если станет худо, в тот же миг случится чудо. Мне смешно, когда я слышу, что чудес на свете нет. Прошло всего несколько дней с тех пор, как Аладдин обнаружил, что старая медная лампа, которую он вынес из подземелья, волшебная, а в доме снова нечего было есть. Тогда Аладдин взял одно из 12 золотых блюд, которые принес джин Маймун, пошел на рынок и продал блюдо за 100 золотых. С тех пор каждый месяц Аладдин ходил на рынок и продавал по 1 золотому блюду. И целый год они с матерью ели досыта. Аладдин узнал цену дорогим вещам и понял, что любой камешек, который он подобрал в подземном саду, стоит дороже самого драгоценного камня на свете. Однажды утром, когда Аладдин был на рынке, на площадь вышел султанский глашатай. Заприте лавки и войдите в дома. Пусть никто не смотрит из окон. Сейчас дочь султана, царевна Будур, пойдет в баню, и никто не должен видеть ее.
Купцы бросились запирать лавки, а народ, толкаясь, побежал с площади. Царевна Будуш. Говорят, она красавица. И нет красивей девушки на земле. Вот бы поглядеть на нее. Спрячусь за дверью бани, так, чтобы меня не видели. Скоро вдали показалась процессия девушек на серых мулах под золотыми седлами. Посредине ехала девушка, одетая пышнее и наряднее всех других. И самая красивая. У двери, за которыми спрятался Аладдин, она слезла с мула и вошла в баню. Аладдин успел хорошо рассмотреть ее. Какая красавица! Правду говорят, что она красивее всех девушек. Если я не женюсь на ней, я умру. Придя домой, Аладдин бросился на постель и пролежал так без движения до вечера. Аладдин! Аладдин! Не отвечает. Что с ним такое? Аладдин, ну скажи хоть слово. Я тебя очень прошу. Ну что, что с тобой? Ах, матушка, я хочу жениться на царевне Будур. Что? Да, да, хочу жениться. Пойди к султану и попроси его выдать Будур за меня замуж. Что ты говоришь? Тебе, наверное, напекло солнцем голову. Где-то слыхано, чтоб сыновья портных женились на дочерях султанов. Лучше поужинай и ложись спать. А? Завтра ты и думать не будешь о таких вещах. Да не хочу я ужинать. А? Ужинать. Я сказал, хочу жениться на царевне Будур. И все. Матушка. Матушка. Пожалуйста, пойди к султану и посватай меня. Нет. Я еще не сошла с ума, чтобы идти к султану с такой просьбой. Ну я прошу тебя, матушка. Ну хоть я встану перед тобой на колени, нет, матушка. Нет, 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 не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Он и вправду может помешаться. Ну, хорошо. Хорошо, сынок. Я пойду к султану. Но ты ведь знаешь, что к нему не приходят с пустыми руками. Об этом, матушка, не беспокойся. Возьми одно из золотых блюд и наполни его драгоценными камнями, которые я принес из подземного сада. Это будет хороший подарок. У султана, наверное, нет таких камней, как мои. Вот! Ого, это дорогой подарок. С таким, пожалуй, не стыдно идти к самому султану. Вот я только, сынок, не знаю, повернется ли у меня язык сказать то, что ты просишь. Что? Нет, 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 нет. Но я соберусь. Соберусь с духом и попробую. Попробуй, попробуй, матушка. Я тебя очень прошу. Ну, скорее иди к нему. Как я заговорю с султаном о женитьбе? Кто мы такие, чтобы свататься к дочерям султана? Мой муж был бедняк. Я простая женщина. И вдруг Аладдин хочет быть зятем великого султана. Но меня и смелости не хватит просить его об этом. Нет, ну, конечно, ему могут понравиться наши драгоценные камни. Но у него, верно, и своих много. Не, меня или поколотят, или просто выгонят. Так размышляла она, идя ко дворцу султана.
Все прохожие с удивлением смотрели на старуху в дырявом платье, которая несла блюдо, покрытое тонким шелковым платком. До сих пор никто еще не видел ее около дворца. Привратники даже не хотели пускать старуху в диван, в зал, куда султан выходил каждый день, окруженный своими советниками. Но она сунула привратникам монету и проскользнула во двор. Она пришла и стала в самом дальнем углу. Было еще рано, и в диване никого не было. Идут вельможи, все знатные лица, в пестрых расшитых халатах. А вот и сам султан, слава Аллаху, он далеко от меня. По бокам его стража негры с обнаженными мечами садится на трон. А этот, самый высокий, муха от него отгоняет павлиньим пером. Нет, нет, я не в силах подойти к нему. Так, какие у нас дела сегодня? Можно покороче? Да. Мы только самые важные жалобы рассмотрим. Визирь, может быть, без меня? Я все подпишу. Да, конечно. Ну, я пошел. А мать Аладдина вернулась домой, так и не сказав султану ни слова. Аладдин все понимал и ни о чем ее не спрашивал. С утра до вечера лежал он на постели с открытыми глазами. А она ходила в диваны на другой день и на следующий, и уходила оттуда, ни слова не сказав султану. Скоро она привыкла ходить в диван каждый день. Однажды... Визирь, кто эта старая женщина, которая прячется в углу, а? Она каждый день приходит сюда. Спроси, что ей нужно, и я исполню ее просьбу. Эй, старуха! Подойди сюда, сюда! Если у тебя есть какая-нибудь просьба, скажи, султан ее исполнит. Мать Аладдина так и задрожала от страха и чуть не выронила из рук блюдо с драгоценными камнями, но тотчас же вспомнила о сыне и шагнула к трону. Подойдя, она низко поклонилась. Почему ты каждый день приходишь сюда и ничего не говоришь? Ну, скажи, что тебе нужно? О, владыка султан. Да? Мой сын Аладдин шлет тебе в подарок эти камни и просит отдать ему в жены твою дочь, царевну Будур. Вот, смотри. Она сдернула с блюда шелковый платок, и весь диван осветился. Так засверкали камни. О, визирь, видел ли ты когда-нибудь такие камни? Нет, владыка султан, по правде говоря, никогда не видел. Ты сам знаешь, как я люблю эти штучки. У меня их много, но ни одного похожего на эти еще нет. Это редкие камни, очень редкие. Я думаю, что человек, у которого есть такие камни, может быть мужем моей дочери. Как ты думаешь, визирь? Он же сам недавно обещал выдать Будур за моего сына. А теперь польстит. Ну что, я не слышу, что ты там бормочешь? О, владыка султан, не следует отдавать царевну такую красавицу за человека, которого ты даже не знаешь? А может, у него ничего нет, кроме этих камней? Пусть он подарит тебе еще 40 таких же блюд, наполненных драгоценными камнями, и 40 невольниц, чтобы нести эти блюда, и 40 рабов, чтобы их охранять. Вот тогда мы узнаем, богат он или нет.
Кто же столько добудет? Этот Аладдин опозорится, и Будур тогда выйдет замуж за моего сына. О, ты это хорошо придумал, визирь. Хорошо. Ты слышала, что сказал визирь? Иди и передай твоему сыну, если он хочет жениться на моей дочери, пусть присылает 40 золотых блюд с такими же камнями, 40 невольниц и 40 рабов. Вот мое слово. Матушка, у тебя нет блюда. Я вижу, ты сегодня говорила с султаном. Что он сказал тебе? Ах, дитя мое, лучше бы мне не ходить к султану и не говорить с ним. Послушай только, что он мне сказал. Ну? Он потребовал 40 таких же блюд и 40 невольниц, чтобы нести эти блюда. И 40 рабов, чтобы их охранять. Это самое легкое дело. Успокойся, матушка. Я сейчас потру лампу. Да нет, только не при мне. Умоляю, я не могу видеть этого страшного джина. Ну, иди на кухню. О, господин, я к твоим услугам. Чего ты хочешь, я все исполню. Мне нужно 40 золотых блюд, полных драгоценных камней, 40 невольниц, чтобы нести эти блюда, и 40 рабов, чтобы их охранять. Будет исполнено, о господин. Может быть, ты хочешь, чтобы я разрушил город или построил дворец? Приказывай. Нет, сделай то, что я тебе сказал. Раб лампы скрылся и скоро появился снова. За ним шли 40 прекрасных невольниц. Каждая держала на голове золотое блюдо с драгоценными камнями, а за невольницами шли рослые красивые рабы с обнаженными мечами в руках. Весь народ сбежался посмотреть на это шествие. Радостная и гордая повела мать Аладдина эту процессию во дворец. Разве не достоин тот, кто имеет такое богатство, стать мужем моей дочери, царевны Будур, а? Достоин, о владык. Пойди и передай твоему сыну, что я принял его подарок и согласен выдать за него замуж царевну Будур. Пусть он придет ко мне, я хочу с ним познакомиться. Слушаюсь, я все передам Аладдину. Она торопливо поклонилась султану и побежала домой так быстро, что ветер не мог бы за ней угнаться. Радуйся, сынок. Султан принял твой подарок и согласен, чтоб ты стал мужем царевны. Да? Он сказал это при всех. Иди сейчас же во дворец. Султан хочет с тобой познакомиться. Я пойду сейчас к султану. А теперь уходи. Уходи, я буду разговаривать с джином. Так, где моя лампа? Я здесь, о владыка лампы, слушаю тебя. Приведи мне 48 белых невольников. Это будет моя свита. И пусть 24 невольника идут впереди меня, а 24 сзади. Еще доставь 1000 золотых и самого лучшего коня. Будет исполнено. Вот то, что ты просил, мой повелитель. Чего ты хочешь еще?
Не хочешь ли, чтобы я разрушил город или построил дворец? Я все могу. Нет, нет, пока не надо. Ну, ступай, ступай. Аладдин вскочил на коня и поехал к султану. На рыночной площади, где было много народу, он достал из мешка горсть золота и бросил в толпу. Все кинулись ловить и подбирать монеты, и Аладдин бросал золото, пока мешок его не опустел. Встретили вельможи и приближенные султана и проводили в диван. Добро пожаловать, Аладдин. Прошу. Я слышал, что ты хочешь жениться на моей дочери. Я согласен, я согласен. Все ли ты приготовил к свадьбе? Нет еще, владыка султан. Я еще не выстроил для царевны будур дворца. Ну, дворец скоро не выстроишь. А когда же тогда будет свадьба? Не беспокойся, султан. Подожди немного. Дворец я построю быстро. А где будет дворец? Не хочешь ли ты поставить его перед моими окнами? Вон на этом пустыре, а? Как тебе будет угодно, султан. Могу и на этом пустыре. Значит, мы прощаемся ненадолго. Ненадолго, султан. Аладдин возвратился домой вместе со своей свитой. Он был доволен визитом к султану. Но теперь, шутка ли, надо было построить дворец для будур. Аладдин потер лампу и... Я пред тобой, мой повелитель. Вот и хорошо. Ты все о дворце меня спрашивал. Так вот, построй мне к утру дворец напротив окон султана. Да такой... Какого еще не было на земле? Можешь это сделать? Могу. К завтрашнему утру будет готово. На другое утро среди пустыря уже возвышался великолепный дворец. Стены его были сложены из золотых и серебряных кирпичей, а крыша была алмазная. Аладдин обошел во дворце все комнаты и внимательно осмотрел его снаружи. Послушай, Маймун, я придумал одну штуку. Сломай вот эту колонну. Пусть султан думает, что мы забыли ее поставить. Он, конечно, захочет построить ее сам, да не сумеет. Тогда он убедится, что я сильней и богаче его. Воля твоя, повелитель лампы. Вот и хорошо. Одной колонны нет. Теперь я пойду и приведу сюда султана. Ну, визирь, что ты скажешь, а? Достоин, по-твоему, быть мужем моей дочери тот, кто в одну ночь построил такой дворец? О, владыка султан, разве ты не видишь, что этот Аладдин колдун? Берегись, к
как бы он не отобрал у тебя твое царство. Я знаю, что ты говоришь все это из зависти. Тише, тише, сюда идет Аладдин. Дворец готов. Прошу вас осмотреть его и сказать, как он вам нравится. Да, мы с визирем как раз идем. Ой, как он сверкает. Даже глазам больно. Ох, восхитительный дворец. Я думаю, он и царевне Будур понравится. Ну, ты, Аладдин... Владыка, султан, посмотрите, дворец недостроен. Здесь не хватает одной колонны. Не беда, я сам поставлю эту колонну. Позвать сюда главного строителя. Лучше не пробуй, султан. Тебе это не под силу. Что ты такое говоришь? Не гневайся, посмотри. Эти колонны такие высокие, что не видно, где кончаются. И сверху донизу они выложены драгоценными камнями. Замолчи, визирь! Неужели я не сумею поставить одну такую колонну? Созвать всех каменотесов и дать им все мои драгоценные камни. Их все равно не хватит на одну такую колонну. Тогда откройте главную казну, отберите у моих подданных все драгоценные камни. Неужели моего богатства не хватит на одну колонну? Не хватит, султан. Как ни старались все каменотесы, все подданные султана, им не удалось поставить во дворце даже одну единственную колонну. Насколько же хватило моих богатств и мрамора, а? Увы, только на четверть колонны. Приказываю отрубить всем каменотесам головы! Пусть! Тише! Сюда идет Аладдин. О чем тут спор, владыка султан? Султана смущает, что во дворце, который ты построил, нет одной колонны. И он... Не печалься, султан. Колонна уже стоит на месте. Я возвратил все драгоценные камни их владельцам. Ну и прекрасно! Прекрасно! В тот же вечер султан устроил великолепный праздник по случаю свадьбы Аладдина и Будура. И Аладдин с женой стали жить в новом дворце. Магрибинец, дядя Аладдина, вернулся к себе в Эфракию и долго горевал, что лампа не досталась ему. Одно утешало его, что раз Аладдин погиб в подземелье, то и лампа лежит там преспокойно. И все же что-то тревожило магрибинца, и он захотел погадать на песке. Подземелье? Я еще раз проверю. Скажи, где? Нет ее там. И Аладдин живет в родном городе. Вот так штука. Надо ехать. Магрибинец быстро собрался в дорогу и поехал через моря, горы и пустыни в далекую Персию. Долго ехал он и, наконец, прибыл в тот город, где жил Аладдин. Первым делом магрибинец пошел на рынок и стал слушать, что говорят люди. А они только и говорили, что об Аладдине и его дворце.
Эй, продавец холодной воды, скажи мне, кто такой Аладдин, о котором все тут говорят? Сразу видно, что ты не здешний. Иначе бы знал, кто такой Аладдин. Ну, не томи. И дай мне кувшин воды. На, выпей. Аладдин – это самый богатый человек во всем мире. А дворец его – настоящее чудо. Так, так. Понятно. Вот тебе этот золотой. О! А ты не заработаешь его, даже если весь день будешь торговать своей прохладительной. И окажи мне услугу. Я и вправду тут проездом ненадолго. А мне бы хотелось посмотреть на дворец Аладдина. Пойдем, пойдем, покажу, он тут не очень далеко. Вот он. Гляди. О, какой дворец. А ты иди. Иди. Ты мне больше не нужен. Я сам уже смотрю его со всех сторон. Как знаешь, чужестранец. Твое дело. Такой дворец мог построить только джин, раб лампы. Больше никому это не под силу. А лампа, наверное, во дворце. Где же ей еще быть? Как же мне завладеть ею? Да, тут без медника не обойтись. Магрибинец сам разыскал лавку медника. Она была рядом с рынком. И вошел в нее. Ты медник? Да, господин. А что угодно? Вижу по одежде, что вы не здешний и очень торопитесь. Да, да, ты прав, я очень спешу. Можешь сделать мне 10 медных ламп? Только поскорее. Могу, конечно. А вот тебе 5 золотых в задаток. Сделаешь к вечеру? Приходите к вечеру, лампы будут готовы. Вечером магрибинец получил 10 новеньких медных ламп, блестевших как золотые, и как только рассвело, стал ходить по городу. Кто хочет обменять старые лампы на новые? У кого есть старые медные лампы? Меняю на новые. Сумасшедший, вот сумасшедший. Это какой же человек с умом будет менять новые на старые? Сумасшедший. Меняю старые медные лампы на новые. На новые. Так он дошел до дворца Аладдина. Самого Аладдина в это время не было дома. Он еще 3-го дня уехал на охоту, и об этом знал весь город. А во дворце была только его жена, царевна Будур. Меняю на новые! На новые! Эй, служанка! Слушаю вас, госпожа. Что хочет этот меняла? Это какой-то сумасшедший. Он меняет новые лампы на старые. Вот чудак. Хорошо бы узнать, правду он говорит или обманывает. Нет ли у нас во дворце какой-нибудь старой лампы? Есть, госпожа. Я видела в комнате господина нашего, Аладдина, медную лампу. Она вся позеленела и никуда не годится. Принеси эту лампу и отдай ее этому сумасшедшему. Пускай он даст нам новую. Слушаюсь. Вот старая лампа. Давай новую. Получай. Новенький медный светильник. Взамен какой-то старой позеленевшей лампы. И волшебная лампа оказалась в руках магрибинца. Он, конечно, очень обрадовался, что его хитрость удалась, и поскорее спрятал лампу за пазуху.
Потом он купил на рынке осла и выехал за город. Сейчас все переменим. Остается потереть лампу. Вот так. Я перед тобой, властелин лампы. Что угодно. Хочу, чтоб ты перенес дворец Аладдина и всех, кто в нем находится, в Эфракию. Нет, стой! Еще скажу. И меня тоже перенеси туда. Будет исполнено. Закрой глаза и открой глаза. Дворец будет в Эфракии. И не успел он договорить, как увидел себя в своем саду в Эфракии у дворца. Вот пока все, что с ним было. А султан проснулся утром. Что такое? Что такое? Куда исчез дворец? А? Может быть, я еще сплю? Нет. С Будур случилась беда. Беда. Визирь, визирь. Что с тобой, султан? Почему? Почему ты плачешь? Разве ты ничего не знаешь? Ну так взгляни в окно. Где дворец? Где моя дочь? Не знаю, владыка султан. Привезти сюда Аладдина, я отрублю ему голову. В это время Аладдин как раз возвращался с охоты. Слуги султана выбежали к нему навстречу и схватили его. Прости нас, Аладдин. Султан приказал связать тебе руки, заковать тебя в цепи и привести к нему. Мы не можем ослушаться султана. А за что султан рассердился на меня? Я не сделал ему ничего дурного. Ничего не поделаешь. Идем, идем, сейчас все узнаешь. Подталкиваемый слугами султана, Аладдин вошел во дворец и предстал перед султаном. Кузнец! Заковать ему ноги в цепи. Да покрепче. Так. А теперь с тобой поговорим. Выходит, правду, говорит мой визирь, что ты колдун и обманщик. Где твой дворец? Где моя дочь Будур? Не знаю, у владыка султан. Я ни в чем перед тобой не виноват. Отрубить ему голову. Когда Аладдина вывели на улицу, закованного в цепи, собралась огромная толпа. Палачу не давали пройти. Народ шумел и волновался. Эй, визирь! Скажи султану, что если он не помилует Аладдина, мы разрушим дворец султана! И перебьем всех, кто в нем находится! Пусть освободит Аладдина, а не то самому султану плохо придется! Мы ему покажем! Визирь! Ты слышишь, что кричит толпа? А? Позвать Аладдина. Я пощадил тебя, потому что тебя любит народ. Но если ты не отыщешь мою дочь, я все-таки отрублю тебе голову. Даю тебе сроку 40 дней. Хорошо. Я повинуюсь тебе, о владыка султан. 40 дней.
Аладдин не знал, куда ему идти и где искать царевну Будур, и с горя решил утопиться. Он дошел до реки и сел на берегу, грустный и печальный. Задумавшись, он опустил в воду правую руку и вдруг почувствовал, что с его мизинца падает кольцо. Аладдин быстро подхватил кольцо. О, да это то самое колечко, которое надел мне на палец дядя. А я совсем забыл про это кольцо. Но, кажется, если потереть его вот так... О, владыка кольца, я перед тобой. Что ты хочешь? Приказывай. Хочу, чтобы ты перенес мой дворец на прежнее место. О, господин, я не могу этого сделать. Дворец построил раб Лампы. И только он один может перенести его. Потребуй от меня что-нибудь другое. А можешь снести меня туда, где стоит сейчас мой дворец? Это я могу. Закрой глаза и открой глаза. Аладдин закрыл и снова открыл глаза и очутился в саду перед своим дворцом. Он сбежал по лестнице и увидел царевну Будур. Она сидела в своей комнате и плакала. Аладдин! О, это ты! Какое счастье! Я послала служанку обменять старую медную лампу на новую. И в тот же час случилось это несчастье. Я оказалась здесь. Как я тебя звала? Но ты был на охоте и меня не слышал. Этот магребинец уже много раз приходил ко мне и уговаривал меня выйти за него замуж. Но я не слушаю его. Я все время плачу о тебе. Ну, ну успокойся. Я здесь. А где он спрятал лампу? Он никогда с ней не расстается и всегда держит ее при себе. Так. Так. Слушай. Когда магребинец опять придет к тебе, будь с ним поласковее. Ладно. Попроси его поужинать вместе с тобой. И когда он начнет есть и пить, всыпь ему в вино этот сонный порошок. Поняла? Как только он заснет, я войду в комнату и убью его. Хорошо. Он уже скоро должен прийти. Иди за мной, я тебя спрячу в темной комнате. А когда он уснет, я хлопну в ладоши, и ты войдешь. Стой и жди здесь, в этой темной комнате. Будур, где ты? Я здесь. О, господин мой, подожди немного. Я принаряжусь, а потом мы вместе с тобой поужинаем. Хорошо. Я зайду, едва ты принарядишься к ужину.
кажется, все готово. Где вино? Ах, вот оно. Так, идет. Я снова пред тобой, моя красавица. О, господин мой, обещай мне исполнить сегодня все, что я у тебя попрошу. Хорошо. Ты сегодня такая ласковая со мной. Пей. Это чудное вино. Я что-то сегодня быстро пьянею. Вино ударило мне в голову. Дай мне твой кубок. Я отопью из него глоток. А ты выпей из моего. И Будур подала Магрибинцу кубок вина, в который она подсыпала сонный порошок. Магрибинец выпил его и сейчас же упал, сраженный сном. Аладдин только этого и ждал. Он вбежал в комнату и, размахнувшись, отрубил колдуну голову, а потом вынул у него из-за пазухи волшебную лампу и потер ее. Я к твоим услугам, владыка лампы. Отнеси дворец на прежнее место! Через мгновение дворец уже стоял напротив дворца султана. Султан в это время сидел у окна и горько плакал о своей дочери. О, чудо! Что я вижу? Дворец на прежнем месте, о моя Будур! Заходите, о владыка султан. Отец, я снова вижу тебя. Аладдин, ты должен меня понять и простить. За что? Ну, я хотел отрубить тебе голову, но ты сам посуди. Ну, о чем говорить? Я все понимаю. Не будем сейчас об этом. Все уже позади. Все на месте, наконец, и невиданный дворец, и диваны, фонтаны, посуда. Я вернул себе жену, а злодею-колдуну не вернет головы даже чудо. Все на месте, все на месте, и вдобавок мир в семействе, и не позже, чем к обеду, образуется обед. А поскольку что ни блюдо, то невиданное чудо, очень трудно согласиться, что чудес на свете нет. И Аладдин зажил в своем дворце вместе с женой и матерью счастливо и спокойно. Так они и жили до глубокой старости.